Приветствую, друзья! Заката чувствую сезон, и про весну мне вспомнить трудно. Но девы чудное плечо воображу при свете луну. Друзья, мы в формате «Коллективный разум» школы «Человек будущего» в эпохе уникального контента. Пожалуйста, давайте допишем этот шедевр, чтобы точно так же люди с удовольствием могли носить на своих майках, как я ношу Карлсона, моего любимого. Давайте советы, что там добавить, что убавить. Сейчас я поставлю поближе. Да, и посмотрите. Мой сын Ален Алиев, тоже художник и психолог, выдающийся, как я считаю, так оно и есть. И он мне сказал, мне кажется, что картину можно назвать «Видение». Ну да, ну вот он сидит, мужик задумался. Но там еще была дискуссия в Телеграме, кто не записан, запишитесь, пожалуйста, в Телеграм, метод ключ Хасая Алиева. А там была дискуссия, вот это у него рок там или что. И кто-то говорил, что это рок, это хорошо, единорог, а кто-то другой говорил о том, что это похоже на сказку из Нильса, да. Короче говоря, друзья, вместе мы сила. Если вы помните, в одном из прошлых, буквально недавно, роликах мы с Виссарионом Сибиряковым, с моим другом мастером Трис, обсуждали важнейший вопрос о том, как же нам создать совместно такой контент изобретения, чтобы сократить кризисы и войны и потребность в лекарствах. И мы говорили об очень интересных вещах, потому что столько я получил вопросов, комментов, и вы сейчас тоже пишите, говорите свои мнения, потому что мы нашу школу «Человек будущего» Homo Futurus развиваем, потому что я говорю как из будущего к сегодняшнему. Потому что я вычислил давно уже, много лет назад, что человек будущего будет обладать качествами и способностями, со скоростью инстинктивных реакций защитных создавать неординарные решения в условиях неопределенности. Мы готовим всех людей, которые в нашей школе «Человек будущего», к условиям неопределенности, которые уже наступили в сегодняшнем. И наше будущее внутри нас, и наша задача – открывать себя. Поэтому пишите вопросы, пишите предложения, скоро мы через 1-2 ролика выступим снова с Виссарионом Сибиряковым с потрясающей идеей, что да, он скажет. До встречи.